Коллеги, новый день, новые интересные люди. Рядом со мной Алексис Карденас из райского Эквадора. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, пожалуйста, чем вы удивляете нас на выставке? Вот удивляем тем, что выставляем самый лучший в мире банан. Это эквадорский банан от компании, которая много лет занимается этим бизнесом, этим производством, которая имеет стабильность и может похвастаться тем, что существует более 25 лет на рынке. Скажите, а российский покупатель уже знаком с вашей продукцией? Да, конечно, знакомый. Они высоко ценят качество нашего банана, производство и ту работу, которую мы делаем с нашим бананом. Банан – это, конечно, король фруктов, деликатесов для российских людей. Расскажите, какие еще виды фруктов вы можете нам привезти? Ну, наша компания может еще привезти ананасы. И мы имеем еще вторая страна производства – Чили. И оттуда мы можем тоже вас порадовать продукцией из Чили, ну, как киви, например, авокадо. Здорово. Ваши впечатления от выставки, тем более, что иностранцы, которые приезжают к нам, у них иногда языковой барьер, но вам это не проблема, вы потрясающе говорите по-русски. Расскажите, вот как выставка вам уже вот третий день сегодня, вот за два дня, наверное, вы смогли что-то уже посмотреть. Спасибо. Спасибо за комплимент. Да, выставка очень интересная. Действительно, очень много посетителей. Очень много стран, которые себя показывают, которые выставляют свою продукцию. Нам повезло, что мы единственные представители из Эквадора, которые смогли попасть в этом году на эту выставку. Для нас это очень важно, было присутствовать на выставке. И не только присутствовать, мы бы хотели здесь постоянно находиться, общаться с возможными партнерами, с нашими уже имеющимися партнерами, клиентами. Мы понимаем, что общение в режиме реального времени и без языковых барьеров очень важно для покупателя, и поэтому мы решили здесь основать свое представительство. Отличная новость, спасибо большое. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. И надеюсь, в следующем году мы будем общаться и говорить уже, что ваша продукция уже покорила сердца всех россиян, и вы уже очень широко представлены в каждом магазине. Надеюсь, и у магазина моего дома. Спасибо большое. Будьте уверены, что так и будет. Мы это сделаем, мы работаем для того, чтобы все это осуществить. Спасибо вам большое. Спасибо.